Привет, это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня я буду проходить теннисное тестирование, чтобы узнать, каким мастерством теннисным я обладаю. Мне в этом поможет красный рыцарь тенниса Вячеслав Шатров. Он же один из главных популяризаторов тенниса в Санкт-Петербурге. И вообще человек, который лично мой интерес к теннису в свое время возродил. Вячеслав, расскажите, что мы сегодня будем делать? Здравствуйте всем. Меня зовут Вячеслав, и я выступаю сегодня в роли председателя сообщества любителей тенниса под названием Крейда. Вячеслав, вопрос. По какой системе мы будем проходить сегодня тестирование? По какой шкале? Да, значит, сейчас мы достаточно неожиданно обнаружили на наших кортах ЗОЖ-инспектора, да. Сергей Бурый. Выступает сегодня, я так понимаю, в роли рояля в кустах. Возможно. Да, потому что никто не ожидал и не знал, что он придет. Мы практически не готовились, но секундомер у меня уже есть. И сегодня в том числе мы протестируем скоростные навыки Сергея. То есть я это решил поступить... у вас, Вячеслав, рояль в кустах, а не у меня. Я не ожидал, что будет скорость. Я уже запутался, где, чей этот рояль. Но, по сути, перед началом нашего мероприятия я объявил, что к нам приехал ревизор. И мы, как всегда, неординарно решили инспектора проинспектировать. Международная федерация тенниса, ITF, International Tennis Federation, разработала специальную методику под названием, ну, я ее перевел как «Узнай свой теннисный номер». ITN. Да. ITN это International, называется... Или это Individual Tennis Number? Нет, это расшифровывается как International Tennis Number. Десятибалльная шкала, да, насколько есть. Я понимаю, Вячеслав? Да. Значит, вот такие сертификаты ITF, если кто хочет, пускай проверит, это действительно разработано и адаптировано Международной Федерацией Тенниса. Это не наши придумки, но, на мой взгляд, очень хорошая идея именно для тех, кто пока что не готов участвовать в теннисных турнирах. Соответственно, мы сейчас размечаем корт. Да. И давай ты мне поможешь, Сергей. Да, я это делаю впервые. Вячеслав, да, это, я надеюсь, нет. Это сложная технологическая задача. Очень, очень напряженный труд нам предстоит. Пока ракетку Значит, нам сложим. Нужно, да, так, смотри, мы берем я две... Ваш, да, понятно. Две веревочки берем. За два края. Бери за один край. Так, две веревочки за два края. Заднюю часть корта разделить этими веревками на три примерно равные части. К тестированию уже некоторые любители готовы, разминаются. Я тоже разминаю руки. Главное в теннисе это, конечно, размять кисть, локоть, плечевой пояс, ноги. Да, в общем, все надо размять, чтобы не получить травму. Теннис все-таки травмоопасный вид спорта. Поэтому нужно быть всегда разогретым, осторожным и очень веселым. Теперь секретные цифры. Так. Один. Вячеслав, а не для чего эти цифры? А я сейчас это все объясню. Я-то думал уже один, все два. Понятно. Или интрига пока что сохраняется? Да, интрига вообще пока... Она закручивается? Она закручивается. Саспенс прям... Саспенс. Жесткий. Вот. Теперь в двух словах я бы объяснил, да, что происходит и для чего все это. То есть смысл теста – проверить основные базовые навыки игрока. Что под этим подразумевается? Удары с задней линии. Так, надо расшифровать. Давайте покажем. За задней линии это получается именно, да, вот с, значит, этой вот части, да? Здесь будет стоять тренер с корзиной. Да. Он будет накидывать мячи игрокам. Да. И задача игрока отбить мячик как можно точнее, я понял, и сильнее. Понял, да. В идеале нужно попасть в эту часть в четвертый корта. Сектор. Да. И там за попадание в четвертый сектор начисляется 4 очка. Понятно. Максимальное количество очков за один удар – 8. То есть вы попадаете в четвертый сектор, мячик условно в сетку, упирается, да, в стену. Ну да, да, в сетку. Ну, в сетку улетает. Ну, так, это 8 очков. Это 8 очков, это максимум. Да. Пока готовимся к тестированию, самые простые начальные упражнения по теннису – это набивание. Набивать можно бесконечное количество раз, если умеешь это делать.
Вячеслав, вы перемещаетесь на исходную позицию. Вот, Сергей, я ему более-менее рассказал, как это происходит, поэтому сейчас пока пристрелочные мячи, ну, надо показать, чтобы ребята тоже поняли, а потом уже я буду учитывать результаты. Еще раз, форхенд и бэкхенд. Форхенд – это открытый удар, если я правша, это удар справа. Бэкхенд – это закрытый удар, в данном случае удар слева. Если я левша, то форхенд у меня левой рукой, а бэкхенд у меня вот так вот. Я готов к тестированию. Разножка, все, играем. Вот, это форхенд 3 умножить на 2 – 6. Бэкхенд 2 умножить на 2 – 4. Хорошо, что теннисисты-любители разного уровня сегодня собрались. Сейчас проходим все разминку, а потом будем уже проходить официальное тестирование. International Tennis Number. Боря Сергей, первый удар. Глубина удара в задней линии. Форхенд. Поехали. Начал официальное тестирование. Первый удар отлично. 4 умножить на 2, 8. Супер, бэкхенд. Это был идеальный удар. 2 умножить на 2, 4. Форхенд. Нормально. 3 умножить на 2, 6. Бэкхенд. Хороший удар. Аут. 3 умножить на 2, 6. Бэкхенд. 4 умножить на 2, 8. И заключительные удары. Форхенд. Ай-яй-яй. Так, это 3 плюс 1, 4. И заключительный бэкхенд. Заключительный бэкхенд. Надо идеально его пробить. Да, идеально. 4 умножить на 2, 8. Очень хорошо. Итак, Сергей завершил свое первое упражнение. На корт завершил первое упражнение. Завершил, Светлана, кстати говоря, Бычкова. Неплохо. Надо сказать интересный момент, что Вячеслав, как теннисный популяризатор наш городской, он с удовольствием любого любителя, как бы это каламбурно не звучало, примет у себя здесь на кортах. Можете прийти и провести спокойное ознакомительное занятие с Вячеславом, он за это денег даже не возьмет. И познакомитесь с ним, поймете всю суть занятий, ознакомитесь с теннисом, вам наверняка понравится. То есть такая очень и очень доступная вещь. И умножить на 2, 6 очков. Мало того, что с судьей не спорят, а во-вторых, во время игры ты чего говоришь? Еще вторая часть тестирования, насколько я понимаю, меня ждет, но пока плохо представляю, в чем она будет заключаться. Но мы, я так понял, сегодня проходим такой тест по лайт-версии. Абсолютно лайт. Так, что должно быть обязательно у любого теннисиста в сумке, помимо вот таких ботинок? И носков. Вода, только желательно больше, а не детская, поскольку теннисные матчи имеют свойство затягиваться. И, конечно, банан. Желательно не один. Так, становись. Так, так. Чувствую, вот, я бегать, и... да, придется? Ну, конечно. Бегать я не люблю, без мяча. Так, я сейчас проверю. Значит, по часовой стрелке, по очереди. Так. Первый мяч сюда кладешь. Задача, чтобы все 5 мячей были на ракетке. Так. Первый мяч сюда. Челночный бег. Второй мяч, да, это челночный бег. Сюда, так. Третий сюда, четвертый, и пятый. Ну, и простое упражнение, я думаю, да. Справишься. Готов? Внимание, марш! Стоп! 18.09. Отличный результат, да? У нашего ЗОЖ-инспектора Сергея. Я поздравляю. Вот так мы обычно поздравляем. Я думал, я друг плохо друга. Бегаю. Это отлично. Ты выскочил не только за 20, а за 18. Ну, за 18 не выскочил. У нас один тренер ноу-хау. Сейчас я уже могу секреты рассказывать, да. Как улучшить. Значит, мало того, что это упражнение показывает и реальный тест на мобильность, как работают ноги. Я ага. Думаю, что этот корт мы освобождаем. Да. Вячеслав! Он собирает мячи, и пятый мяч в падении такой кладет. А, падение. То есть это еще вот эти твои там, да. Десятая доля секунды сэкономить. То есть можно схитрить так еще хорошо. Вот смотри, форхенд, бэкхенд, скор, это сколько ты очков да. Набрал. Постоянство и, наверное, стабильность. Вот хороший перевод. Да. Это по одному очку за каждый выполненный...
без ошибки удар. Угу. То есть за ноль они... Вот видишь, здесь всего 10 ударов, да. 2 не попал, поэтому у него 10 минус 2 – 8. Понятно, да. То есть мы считаем очки, как? Это за мобильность. Вот смотри, ты в какой… Вы... Обычно где-то 20-22 секунды у любителей. А, то есть я попал 18. Практически в высокую категорию, да? Очень хороший результат. Большой прогресс. Соответственно, у тебя еще есть к чему стремиться, и мы поэтому конечно, сохраним да. интригу не только на сегодняшний да. день, но и на ближайшую перспективу. Может быть, даже на несколько жизней, что ли? Ну, договоримся, месяцев. Если у меня есть несколько жизней, то было бы приятно. Ну, теперь согласен. Неожиданный поворот в инспекторе ЗОЖ. Кто это? И сегодня 12-е. Я подтверждаю, что Сергей Бурый показал хорошие результаты, показал, что у него большой потенциал, и мы вручаем ему... на память о сегодняшнем визите, а также по результатам, показанным им в нашем теннисном тестировании, вот такой, на мой взгляд, замечательный сертификат International Tennis да. Number. This certifies that Бурый Сергей has achieved International Tennis Number 9. Yes. Узнай свой теннисный номер. Сергей, благодарю Вячеслав, за участие, спасибо за тестирование, за было хорошие здорово. Навыки. Мне, в принципе, нравится этот лозунг «Надаль». Я его перевожу «Теннис in our blood». «Теннис у нас теннис в крови». «Теннис у нас в крови», да. да. «Теннис у нас в крови». На этом инспектор ЗОЖ на сегодня закончен. Вячеславу спасибо и всем пока.